Председатель комитета Государственной Думы по делам национальности заявил, что если Владимира Жириновского не удастся привлечь за экстремизм, то в закон будет внесена соответствующая поправка, и лидер ЛДПР все-таки ответит за свои слова о Кавказе. Речь идет об идее оградить территорию Кавказа колючей проволокой, которую Жириновский высказал 24 октября в программе «Поединок» на телеканале «Россия». Теперь политик утверждает, что его просто неправильно поняли. У нас уже закон принят о контртеррористической операции, КТО, в соответствии с которым вводятся ограничения. Передвижение людей, транспорта, контроль за связью, почта, значит, переселение людей, если опасность, введение карантина. Это могут быть блокпосты. Вот здесь может возникнуть колючая проволока, о которой я сказал, что не людей колючей проволокой, так сказать, окружать, а ту часть территории, где боевики находятся. Например, они уходят в горы. Перекройте эти лесные тропы. Вы же там не можете блокпост поставить? Ну, высказывания Жириновского вызвали шквал критики. Рамзан Кадыров высказался в числе первых и заявил, что, цитата, «не понимает, как можно такому безответственному человеку доверять важные государственные дела». Накануне координатор регионального отделения ЛДПР в Чеченской Республике Адлан Шамсадов заявил, что представители отделения намерены выйти из партии, приостановив деятельность на территории региона. По его словам, это решение продиктовано несогласием с позицией Владимира Жириновского в отношении Республик Северного Кавказа.